Несколько котельных Щучинска с внедрением нового оборудования получат возможность 30% экономии мазута. Автор ноу-хау, ученый из Астаны, изобрел установку, которая смешивает мазут и воду до однородной массы водомазутную эмульсию. Автор изобретения утверждает, что при горении она практически не загрязняет окружающую среду, даже нет дыма из труб. По ряду специфических показателей выбросы в атмосферу равны нулю. Стоимость разработки почти 20 миллионов тенге. Модернизацию теплосистемы готовы профинансировать меценаты. В очереди по внедрению экологически чистого топлива Караганды и Кокшетау. Месяц опробовали систему и точно знаем плюсы. Вот эти три момента главные, я же сказал. Это по экономии, по повышению теплотворности мазута. И самое главное, по выбросу, отсутствию выброса СО2. Если раньше, допустим, котельные наши полностью предприятия расходовало 18 тысяч тонн мазута, ну, сейчас с этими установками полностью будем внедрять, будем сокращать расход до 14-15 тысяч тонн. Если мы водомазутную эмульсию сжигаем и экономим мазут, каждая тонна сэкономленного мазута это 3 тонны сокращения выбросов парниковых газов. Проект осуществляется по схеме энергосервисного контракта. Это когда бюджету и заказчику не надо вкладывать ресурсы финансовые. То есть все делается за счет инвестиций.